вот в топ-3. То есть, ну, видно же, что 5 человек сдохло за один каст. Ну, да, самый первый причем. Так, пацаны, давайте мы сейчас вот это сделаем, то, что я хочу сделать с вами, а потом будем играть уже. У нас есть ШП куча, есть магия. Магия, у кого ранжа вкачана хорошая? Там у всех же одинаково, 1 метр. У меня по огню 36. Не, просто есть фаеры, допустим, они далеко пуляют. Есть аркан, они под себя ходят. Но там в аркане что же есть, там на 6 метров пойдет. Не, фаеров больше же. Там. Ну, я понимаю, что больше, но не много. Я лича, по-моему, бил на фаер. Ты поешь. Ладно, ладно, все, иду. Куда там? Крестику. А, вот он. Такой. Мужик на крестике, вот корова такая, вонючая. Бык или корова, не надо так говорить. Да насрать. Сейчас дам пощупать. Дальше. Давай, у нас идет... Макгрегор, иди сюда. Отлично. Ну, туда, тут оставайся, вот тут встал. Да. Мужик на любом арканологе, иди сюда. На любом арканологе. Да. Дальше идет у нас из магов... А, Корвин, погнали сюда, к крестику. А, у кого все, отлично, не стоит? Вы остаетесь тут. Хантер, ты тут? Хантер, крестик. У тебя ранжа большая должна быть, тем более ты петом бьешь. Ты можешь вообще по лестнице чилить. Дальше у нас... Стоит. Да не суть. Идет сюда Уруру. Уруру. Сзади, Уруру. Крестику. Ну, это примерно. Вот, где-то тут, короче. Дальше идет у нас Ловикойл. Вот сюда. Ловикойл, крестику. Просто запоминайте, где вы стоите на второй фазе. Это только для второй фазы. И сейчас я объясню, как бегать. Нет, ты стоишь близко к Саве, если ты взорвешь ему очко, Саву достанет. Иди сюда. Тебе надо рейндж примерно вот такой держать. Понял, да? Дальше идет вот сюда, вот ближе. Да портал можешь не ставить, я тебе говорю, это условно. Аризельда, иди сюда. Теперь я к боссу подходить не буду близко. Идет у нас сюда Керия. Все, что и тут. Тарбалозавр, Шур, иди сюда. Вот так вот. И сюда чувак идет какой-то. Кого я назвал из нарожей? Ну, прошу. Так. Ладно, сюда идет. К центру у нас, получается, чумовая цаца, крестику. Ваня, ну подними свою вот эту... Нахуя это надо, блядь, вопрос? Тебе надо. Иди сюда. Вот смотри, ты дальше понимаешь, да, что мне надо тебе... Не перебивай. Дальше. Сзади стоит у нас... Примерно вот сюда иди, хилю взад. Примерно вот сюда иди, Volkswagen. Volkswagen. Мужик на шамане. Заводи свою эту. Ладно, потом подойдет. И на ранжу еще встает Холипал. Холипал. Ты встаешь так, сзади. Тебе надо стоять за престом керри, туда ближе к боссу, плюс-минус, чтобы хилить... Танка частицей, это мейн, у тебя будет кто танчить босса, и офф-танк это бегемошка. То есть бегемошку ты хилишь ручную, а танка, который танчит, ты хилишь частицей. Ага. Для чего это делается? Это делается по-дебильному и для дебилов. У нас будут боссы водить. Вот эта расстановка, это чисто для того, чтобы вы не уешили друг друга, если словите духов. Допустим, вот босса перевели мы. Мы его поставили вот сюда. Вы же не будете так стоять, верно? Чуваки, которые стоят, допустим, вот Сафирон, Макгрегор и кто там еще? Прист. Вы дальше отойдете туда и будете на рендже стоять макс рендж от босса. То есть вам надо постоянно держать рендж, если даже кто-то взорвет, он один полутает духа и никого не убьет. Если вы, допустим, Локи и стоите один на рендже, можете полутать духа, и с вами ничего не будет. Тем более защита от магии тьмы, это очень классно.
Это просто расстановка. Задние чуваки, вы всегда стоите на РНЖ. Максимально от босса Вани. Собей, можешь не рассказывать ничего. Чуваки остальные и хилы, вы РНЖу стараетесь держать. После МК и после того, как вас вывело, вы разбегаетесь и становитесь на место опять свое. Смотрите РНЖ просто, и все. Это на дурака, чтобы как бы... Ну, взорвал, ты все равно взорвешь духа. На фазе бичеточка бестосос. Это на второй фазе, да? Тут всего две фазы. Ты бьешь босса. А Асалин с нами отбьет. То есть хилы плюс-минус рассосаны по пати. Вы будете доставать всех. Если кому-то плохо, сами подхиливайтесь. У нас там гоблины есть. Вот это вы в урон не даете, себе оставляете. Койлы тоже можете на второй фазе себя оставлять уже. По КД юзайте сейвые и всякое дерьмо вот это. На духах, если вы видите, что с вами кто-то рядом взрывает, прыгни в мишку. То есть надо по скиллове, по сейвове играть немножко. Давай, Ваня. Че? Не знаю. Арче, погнали, ребята. Да, слишком много болтовни, извините, конечно. Не хочу болтать, но приходится. У меня была, ну, конечно, идея, да, может, просто напишать рейндж 5, блядь. Дэн. Да, я тут. Блядь, поехали. Роги, вы сейчас можете босса бить. Я за БШ закручу их. Вы можете через БШ бегать там сюда. Только на пула не будет, все там могут шотнуть. Там два кастера, кто меня шутит. Бля, Рома, я тебя очень зря размутил, я понял. Контроль. Что-то не хватает, хп что не хватает. А пристабав был? Нету пристабав. Бля. О. Это ваш рейд-лидер, ага. Да, я сейчас не рел, я так, я, блядь, я сейчас опять больше кручу. Присты, дайте баф от темной магии. Не давайте баф от темной магии. Контроль над разумом через 5 секунд. Прохиливайте танка минус хил, пожалуйста. Контроль. Я успел куйбу встать сразу. Пятка душит какого-то... Моба какого-то душит. А, на Вальку душит. Воин, ты эфир скинул свой? Кто ты, воин? Ады, 2 секунды. Быша нету, поэтому бьем. Козлу, что такое, убегайте, пожалуйста. Похильте сейчас меня сильно. Да, я тебе просто зубы отдам. Не-не-не, нормально все. Огнестойко вы контролите. Ой, блядь. Не бей, не бей, не бей. Что ты делаешь-то, ё-моё? Анфрой. Ты что, курнул там, что ли, кокаин какой-то? Я не понимаю. Просто фул тело чуваку оторвал. Помощники через 2 секунды. По боссу стоп полный. Полный стоп по боссу. Полный стоп. Не бейте, не кастите туда. Контроль через 5. Контроль. Охуеть. А что с огнестойки случилось? Уру-уру, лезь на огнестойку. Переводите босса живенько. И Геру, давай уже Геру. Уже, поехали душить. Бафы дайте по паладину. Ады, Айсалин, давай к нам. А, нет, бей пока еще. А, нет, все, вышли.
А что, стоим по меткам или как? Сейчас разбирайте ранжу, сейчас будут духи уже. Там сериал объявили. Духи пошли, справа. Раньше набираем контроль. Трубопроводу по хильте. Ну, по хильте. Духи. В центре к сове идет. Сова, беги. Сове. В центре появился. Назад идет. Отойди от него. В центре опять к сове идет. Все, рассыпался. Протопал. Давай мой сейф сейчас. А кто моба фернул? Дезакс, контроль, не бейте тут ауешками. Не бейте. Стопали ауешки. Сопросил. Дайте, пожалуйста, инер нахуй. Да. Нуктас отбегай, Нуктас. Перебегаем на другую сторону. Рейндж. Духи, сейчас все половите. Отбежали. Боссы, выведи на центр комнаты. Бабы. Дух справа идет. Пропал. Законтрольте мага. Рейндж держим. Мага не убейте. Аризельду БР есть у кого-то? Бегемотик, пока это... Ресни. Вставай. Сразу баф ему дайте. Каску и там все остальное. Духи, может, побежали. Аризельда, Лизекс, ресни. Маны нет, не могу резнуть. Иннер бегемот ему дай. Потом, после фазы. Духи к боссу идут. Хильте. Духи, по центру отбежали. Отбежали сразу от них. Все, молодцы. Бежим. Все, дальше бьем. Дух вылетит в танк. Денчик. Нет. На следующих духов даешь масс-сейв. Давай сейчас, Т4. Духи около мишки. Вот, видишь, инстант нормально. Танка. Два босса в миле идет. Контроля не забывайте. Своих не убивает. Духи по центру танка. Танк, беги, Нуктас. Но мимо меня проходит. Ну, мало ли. Прям на тоненьком. Духи около мили зоны. С лестницы спускаются. Spirits. Духи в мили бегут. Там что? Выведи оттуда бегемот. Шаму контроль убьете сейчас, блять, быстрее. Эшаму. На сопротивление. Духи в мире, рядом с Дэном. Дух один. Фрутбол, да, массив? Так ты же меня просил еще не хотел. Ну ты ДК, я понял. Духи, справа от босса. Гимноман даю. Либерсы должны успеть. Контроль только раздавайте. Не убейте своих. Хилов не убивайте, блядь. Бегемошку убила. А можно хил там хоть какой-то получить, не? Ну, блядь, и когда я один... Как... И милики как... кончились. А соберем где? Меня шипы убили, наш. Контроли они были, блядь. Аризельда, керри, Трабазавр.
Ну, в общем, неплохо. У нас большие шансы убить тетку. Че, трайм дальше? Но прикол в том, что они могут ее до сих пор убить. Ну, у нас танка одного нету. Сейчас мамбы съедет. Если бы бегемоты не уронили, сейчас бы добивали уже. Было бы ляма 3, наверное. Да не, уже не убьем. Я всех старфолом положил. Да, конечно, падайте. Нет, совы, не надо вот по своим старфолам бахать. Ну, 6 оставили, нормально. Ну, это неплохо. Ну, это пока самый лучший трай из всех, которые... Ну, у нас было их 2. Не ловили, да, вроде бы, духов? Ну, 3 поймали. Ну, не так массово. Ну, вот 5 человек сдохло в один момент. Я тупо сдох. Я побежал на нитро-ускорителях контролить, и дух прям во мне заспавнился, я умер. Что такое огненный столб? Мое. Это у фаеров. АУЕшка. Это урон написано. Это написано. Так, это значит этот его тринка. Уруру. Вот это вот. Это тринка. А, огненный столб. У кого с ика тринки, снимайте их. Власть мертвых этого. Да, власть мертвых. Принес. Снимайте, это снимайте. Потому что если не контролят, да, и ты стоишь, кастишь. Ну, у Руру всякое бывает. Они же там не киберспортсмены там. У меня тоже баллон, он Руру этот ебнул. Блять, Руру законтролили, он мне взял, блядь, скинул 3 скилла в ебало и минус 20 тысяч. Не, он мне звездным огнем уебал 41к, я в охуе. И очень внимательно, ребята, по контролю прям максимально сильно внимательно. Локи вы всегда ферите. Бля, спачем так удобно, сука, с этими духами прям. Я установил быстренько себе заново. Вот я вижу, Лавикойл фернул один раз кого-то. Тарбалозавр никого не фернул. Почему? Меня ферили. А, понял. Лок потому стоит что... и кастует, да, фир. Быстрее меня уже в контроль берут. В смысле, Уруру бегал просто... постоянно, не без контроля. Да меня убило еще довольно рано. У меня, как правило, когда я фир кидаю, постоянно уже в контроле кто-то, пока он каст делает свой. Та же тема. Да, лучше потому что первая фаза контролит only эти совы в основном. Вторая фаза контролит все. Неважно, до у вас, не до у вас там. Если не законтролили одного чувака, он дал, допустим, быша, и все умерли. Это сказка с плохим, большим черным концом, который будет сзади вас. Поэтому не доводим до этого и контролим просто. Ну, босс простой. Да, чищу урон понерфлен. Но нам депоса прям, вот, знаешь, не хватает, мне кажется. Конечно, вот, без Айсалина мы без стритой умрем. Я там умру, сдохну. А... Так бы вот Айсалина посадить тоже на босса, было бы круто. Так, может, я думаю, тогда... давай огнестойкого на босса пока посадим. Ты первую фазу, получается, огнестойки бьешь с нами мобов, а вторую фазу ты босса бьешь. Только смотрите, пацаны еще на танках. Босса ты танчишь, допустим. Вот, говорит, я там босса танчил, мне не видно. Все, пиздешь и провокация. Ты танчишь босса, здесь водить можно куда хочешь. Ты вот повел. Она даже не бьет тебя автоатакой. Она кастом только стреляет. То есть дух ты отвел, ты видишь, куда идет дух. И милики, вы стоите вокруг босса, пляшете влево-вправо. Не, вы видите, это... куда летит дух. Абсолютная хуйня, реально. Босс простой. Мы сейчас убиваем этого босса, еще падает там штуки 3-4 точно. Давайте, жрите, кто там не жрал, поехали. И поехали. Не по ебам он тебе, блядь, двух человек мы ждать не будем. Ну, на первой фазе не очень важно. Типа, вначале мы и так доедят. Контроль, ой, блядь, контроль, пиздец, мобы 2 секунды у вас. Спасибо за пул, мне подобрым пулом. Большая припота не было. Меня, точнее, он засчитался, но, типа, я в 1 секунду нажимаю. Сбейте каст. Слева каст. Контроль через секунду. Ну, кто стоит, вот могущество, вот это сбиваешь. Так я же сбил щитом. Все, молодец, я ничего не говорю, ты же молчишь. Да, у меня просто тут на фоне разговаривать, я поэтому на кнопке.
контроль, снимите пожалуйста, стан. Разбойника, потому что это, блядь, сейчас был бы шест. О, мать, он прожался. Сливайте кош, Ваниш, вот это свое, пожалуйста. А бы 2 секунды. Контроль. 7 мили, блядь. То ли у тебя пинг лучше, то ли чё, я вот... Ты сказал, а у меня не только в контроль ушли. Я тебе говорю, я тут, блядь, играю в будущем, нахуй. Вау. Wow. Через 5 секунд мы бы про её выйти. Контроль через 5 секунд. Служи. С эфиром быстрее бегай. Сэр, удержит контроль. Еще моб стоит, пацаны, на меликах. Он щит обновляет, его надо заново сбивать. Бейте все. Мобы через по боссу, 8 стоп. Секунд. По боссу. Стоп, стоп по боссу. Один шипе играет, 2 шипе бьют босса, 2 шипе по боссу бьют. Блять, Керри, играй по боссу, все остальные как бы, да. Не надо так говорить, они же все будут играть босса. У нас 2 шипе. 3 шипе. Узбейте стан. Ну, ёб вашу мать, а. Огнестойкий, ты-то чё? Контроли, контроли, пожалуйста. Блять, Хант, я тебя прошу, сливай вилки. Пока в вилках он ничего не... Так он, блядь, после из них может охуеть, как сделать. Я так понимаю. Переводите босса. Боссы переводим. Геру перешли. Роги оба на босса пока сели. Побы слева. Мишка, Мишка слева. На полу духи. В центре духи. Димошка, не умирай, нахуй. У танка хиль. Я в контроле. Мобы в центре. Не убейте, не убейте. Кто-то меня лупит. Рога. Воин. Я успел кинуть. Вы что, тупые или как? Падайте. Ну, тоже нашел, где стать. Кринж. Сейчас кто не понял, что надо у Ешки стопать? Конченые. У меня щит, я его вешаю, и все. Я отошел специально, но ты все равно умер. Не, ну типа паладину понятно, он, блядь, как он свою хуйню стопнет, блядь, ауешную. А остальные чё? Нуктас, Анфрой, огнестойкий. И добивает меня дерзкая. Только Морхан и огнестойкий дамажили, все. Как тебя дерзко это убило? Слово тьмы, смерть, дерзкая, 11 тысяч. Блять, вы можете смотреть, куда вы нахуй, блять, даете таргетный урон? Ладно, там, блять. Еще раз, еще раз. Для не очень сообразительных. Вот, когда, ну, интеллект прячется за какой-то другой характеристикой, допустим, за силой. А это контроль дается, а вы стопаете. Вообще. Вот чувак, которого вы убили, допустим, вот он даст больше урона, чем... Вы, когда убиваете его. Я понимаю... Но у меня была либо лужа, либо щит. Потому что без него я как бы... Агро не держу. А зачем ты кидаешь? У тебя 3 та на 3 хватает. То есть контроль надо на 5 секунд стопнуть урон. Да, блядь, ретрик-то тебе лужу льет под босса. Ты там... Ретрик, я был... Ты помер. У меня был еще 11 тысяч хп. 11 тысяч хп, это я спокойно выживал. А потом мне прилетает просто ШВД. Вот это вот скажи, что это тебя ШВД убило? То, что рейтерк, ты, блядь, чё, ему рейтерку тогда не дамажишь, что ли? Тоже Анфрой, бред. А вот ты зачем меня бьешь? Ну, у Жанка дамаг небольшой, так ты что меня бегал меня вообще, хуй пойми, в километре от меня. После чего ты резко телепортнулся, блядь, и погиб рядом где-то там, примерно плюс-минус. Атака ближнего боя без тасос. Вот смотри... Солнцепад, здесь... уруру.
Солнцепад и Т4. Огромное сокрушение сериал. Нет? Солнцепад невозможно контролить. Никак. Не, ну, солнцепад это понятно, бог с ним. Не, ну остальные-то без тасу стыд, ты что меня бил? То есть, ты вот, когда мобы кончаются, ты продолжаешь кнопку тыкать, да? Я понял, я коричневый бегаю, большой, как бы, там, моб. Ну, странно, что умер, если циклон успел дать на 9 тысяч. Бля, люди, я вроде как даю анонсы по контролю, блядь. Не всегда, правда, успеваю на второй фазе, нахуй. Слишком духой, что делать, блядь. Но вы сами солите, когда будет ебаный контроль. Давайте аккуратно. У нас депоса хватает, вам надо стопать урон. Секунду, вопрос, Саня, вот мобову каст, я гнев небес прожал, каст не сбился, он гневом гнев забирает. Гнев небес это не нежить, это культ фанатики, это челики, мужики, стан. А, мне показывало вроде, что нежить или это на нежить фанатике. Это когда они перерождаются, вот он кастанул, и он стал скелетоном злым. Понял. Саня. Да. Смотри, где я прыгаю, ты был вот здесь. Анфрой. Подожди, глубокий я тебе расскажу. 7 секунд, я тебя понимаю, что ты мне расскажешь. Я был вот здесь. Крутнул АУЕшку, ты прямо сюда протонулся и погиб здесь, рядом со мной. Откуда я знал, что ты здесь? Так анонс идет МК, не крути АУЕшку. МК, не крути АУЕшки. Еще раз как сказать, МК все стопают АУЕшки. Спекайтесь, Вармса, нахуй. Я вот без пушки сейчас крутил БШ, если что. Красава. Контроль через 3 секунды. Сериал уру лицом пол. Я в контроле, не бейте. Лапки нету, друида. Там еще нету. Спасибо. Мобы через 2. Я БШ дам, Роги, можете уже. Сейчас раз ударишь и убежал. Сафирон, чумовая, Анфрой. Анфрой, не бейте. Давайте буду, блядь, анонсить миликов, нахуй. Милик там, ну, может, сдохнуть сразу. Эфир. Красава, Паш. Побы через 4 секунды. Я опять тут солью их БШ-шкой, можете только на пол дать и убежать. Мишка, только центрального лови. Лужа. Контроль через 3 секунды. Уешки стопнули? Мелики, в смысле? И? Бестосос. Готовьте стопать где-то на 1.5 миллиона. Мобы через 5. Также шипешкой бей босса, остальные на мобов. Стопайте, по боссу все. Лужа. ШП бей. Контроль через 4. Контроль. Ты где, блядь? Перевели босс. Анфрой. Ну, гидро не даем, там же контроля, чуваки. Духи в центр бегут. В мире сейчас пойдет дух. Бежим. Огнестойкого похильте. Сам себя похиль. Ну кто снова в виде босса уже. Духи по центру. Сова слева от себя. Мужик на мистер Макгрегори. Давай бегай. Надо резнуть. Да, блядь, вы чё?
Прохильте, прохильте. Я в контроле. В центре. Анфроя Берни уросли. Роги, подойдите помочь нам мобов. У столба один дух, аккуратней. Еще контроль через пять. Контроль. Ну, духи, рейндж держите, значит, если слепые. Духи в центре. Берни, Аризельда, падайте. Ну, твою мать, ну что ты... Я не понимаю. Вы, блядь, как играете? У вас, сука, вид от первого лица или что, блядь? Вы не видите, что за спиной происходит? Вы можете мне объяснить? Под спиной появился пидорас. Ну, он вообще шел к тебе секунд 6. Он к тебе шел. Ты от видом от первого лица играешь? Ты в FPS, в шутере, блядь, в КС-ке? Где ты? Нет, у меня, блядь, я камера, что-то у меня то ли близко стоит, то ли... Мужики, не надо вот, я там это, я то... У тебя круг исцеления и обновления. Просто следи за духами. Я про духа говорю. Ты всегда бегаешь. Появляется вот эта херня, он не идет сразу. Он появляется, вылупляется и начинает идти. Там слепой хромой калека, которого один глаз и нет вообще рук, сможет носом уползти, как бы. Ну, тут просто смысл в том, что в основном, вот если посмотреть, если вы посмотрите, лутает-то именно спиной, блядь. И когда духи появляются, говорю, босса то води. Босса води, потому что некоторые, ну, не видят духов. Допустим, в миле, если босс появится, милик словит, но он просто физически его не увидит, если в нем будет. Танк, который танчит босса, он должен смотреть на духов и видеть, где они появляются. И отводить оттуда. Анфрой просто от духа умер. От двух причем. Его взорвали два раза, получается. Да лутай-то в основной спиной, блядь. Отодвиньте камеру, может, блядь, реально, может, люди сидят от первого лица, играют, хрен его знает. У меня камера, я вижу вообще всю площадку. Не знаю вообще, как там можно жить. На самом деле, всю площадку вижу. Ни разу еще не словил, блядь, даже когда спиной. Их же видно, блядь, как нужно их не видеть, я не понимаю. Вот еще на больное давишь, я не понял. Ты о чем? Да-да. Пацаны, я не очень смотрю за инстант кастом. Если он наносится в ДБМе, танки сами, давайте сейвы. Ты точно надо. Лучше скажи, как он называется. Меня забавила эта шляпа. Мне тоже нихуя ничего не работает. Что скажу? Залп ледяных стрел. Давай посмотрю. Я просто, блядь, в основном смотрю, чтобы рейд не проебать, я и за контролем стараюсь. Там фишка в чем? Просто идет залп и духи. Вместе это бахается, все умирают. Или сильно посаживаются. В основном просаживаются. Но в ДБМе нет такого. Ну, сейчас, погоди. По-моему, она, блядь, ледяные стрелы анонсит. Нет, это ледяная стрела, а это залп. Я про залп. Залпа нету в ДБМе. Ты в ДБМе сам смотришь? Да. А можешь включить надо? Что включить? Бля, стоп. Что у вас есть? Да, бля, в пизду, у меня ничего не работает. Паш, что у тебя там? Он фроу. Тут все, он давайте тут. Еще раз сверчу. Ну да, я не вижу что-то. Здесь сосуд злобикового лицо упал. Поехали, Саня, я сам тут... сообразит, что надо воевать. Они также напулили и убежали. Вы можете бить босса, а напуливать в эту в мишку. Для кого нахуй вообще ДБМ пул нужен? Ну что, желательно выпулять тогда, по ДБМу. Хотя что, тот пул не виден, сирский? Я вот, блядь, и беру по нему, потому что нахуй он должен быть у всех виден, блядь. Лужа, контроль через 3 секунды. Ты не в
особенно. А Салиныча не убейте. Анфрой, ферзь дай в МКшного чувака. Лиса, с вами здесь теперь потом. Отлично. Вы 4. Напулил, можешь босса бить. У него 3 трикса будут работать. Там 15% увеличивания урона. Можете бить, дайте мне моба, я настакуюсь. Контроль. Каз, бейте там. Лицом пол не убить. Было бы круто не убить меня. Что-то там нажимает, прикинь, что? Блин, сука, мобы 2 секунды. У меня ДБМ сдох. У меня все работает. Контроль через 5. Надо сделать. Не, он после МК сдох. Сейчас контроль будет. Ты супол не убейте. Боженьки мои, спаси, схрани. Диспельсию, спасибо. Стоп, давай стоп, нет, валяма. Стоп по боссу, стоп по боссу полностью, полностью. Прекратите косить туда. Мобы сейчас идут уже. Больше нету, так что все бьем. Пироги удаю нахуй. Контроль через 5 секунд. Еще контроль будет. Мы уже с лужи выбежали. Их в одну пачку соберите, это, не заходи туда, друид, а то убьют. Сериалы не убейте, он в мире идет. Стан. Отлично. Все, забирай босса. Служи. Геру? Ждали. А, понял. Контроль через 5 секунд. Помогите. Стерял, словил. Не убейте Анфроя там. И шамана не убейте. Убили хила. Дай мой сейф паладин прямо сейчас, быстренько. Танки. Дух около танка. Войди, диспельте. Берните огнестойкого... Духи в мире. Давай. Макгрегора потом. Блядь, я на отличке скажу. Контроль через 5 секунд. У босса дух. Аккуратней. Вдруг не вдруг на меня. Сейчас контроль будет. В сторону босса еще один идет. Мелики, по боссу тоже пока бьем. Ассарина и Сапфир, он меня убейте. А вы ее стопнули? Ну, кто взрывает хилов, прохильте прямо сейчас. Духи, бегаем, не стоим. Профессионалы нашлись тут сразу прям. Мобы. Spirits. Около танка. К боссу идет, тянется. Spirits. Центрю. Мишка около. Контроль, без сосуса не убейте. Прохил, щитки юзните. Духи около босса. Босса, отведи. Отведи. За миллизоны идет. Опять к миликам. Бля, это я уже сделал. Контроль через 5. Рейсни Уруру хилю взад, когда есть. Когда будет.
Около миликов этот дух. Контроль. Я в контроль. Не убейте, стопните АУЕ. У нас бежит сова и кастит что-то там, не? Нет. Ну, откуда, блядь, было? Дайте эфир еще раз. Ресни тогда этого... Уруру, тогда приста ресни. Бегемота похиль, похиль быстрее. Возложуху дай ему. Возложуху. Духи, духи, духи. Вставай. Дайте ему мазбаф сразу. Иннер, дай ему... К боссу идет дух. К боссу идет дух, и назад беги. Хулипал, ресни бегемошка, прям сейчас. Духи, духи, духи. И на лестнице. Хулипал, прохильте. Дайте ему каску и приста баф. Дух к трэшу идет. Духи. Дэнджи, дай массейв сейчас. Духи около меня. На ту сторону. Отойдите духи, оттуда, духи. Духи. Выводи оттуда духи, духи, духи. На сова на тебя идет. Дух в центре. Дух, мили. Я мили, вам мили, как, мили, не убейте, а уешки стопните. Ну кто опять меня бьет там? Бегемошку похильте, бегемошку похильте. Быстрее, быстрее, быстрее. Я упал. Кайте, кайте, кайте. Дух в центре. Дух, Мишка, за тобой. К миликам идут два духа. Контроль будет. Отойди от той стороны, сейчас мобы идут. Духу лестницы. Остальным без случая бывает. Леня, к тебе идут. Два духа в центре. Ну, все, падай сейчас. Ну, лучше забегите. Очень много духов, очень прям много духов. Spirits. Spirits. На X2 это решалось усилками в ХП. То есть там не шотало особо после нерфа. Че, еще траем или потом? Поехали, у нас еще 10 минут есть. Ну давайте перекурим и тройнем последний. Нет, перекурим мы уже завтра. У нас последние 8 минут, блядь, смысл нахуй курить. Ну, последние трое и курим. Курим. Не курим до следующей недели, по-моему, да? А, нет, в пятницу. Не, в пятницу снова хрень собирать. Ну, короче, смотрите. То есть, приор такой, что не на пятницу, а на завтра. Точнее, не на завтра, а на четверг. То есть, начинаем 25-ку в четверг. И сразу ебашим хрень. Ссылка 25 оп будет уже последним приором, если мы здесь, блядь, стопнемся. Тогда идем 25 оп. Дерзкая, ты тут? Быстро мяу, надо сказать. Да. Отлично. Я вот когда говорю стоп, а у ее контроль, ты что делаешь? Кидаешь ШВД, я понимаю, это очень надо, убить кого-то. Сдавай масфир лучше. Не надо ШВД, сдавай масфир. ДПС, я понимаю, там все дела супер крутые, все монстры вообще, убийцы. Атмосфер давай. Вот не надо мне ШВД, вот чуваков мучить просто до смерти. Огнестойкий, у тебя сколько освещений висит? 10 секунд. 10 секунд.
Ты же можешь посмотреть до... как это называется? До МК там 10 секунд. Ты вот нажал, а больше не нажимаешь. Я как-то МК, я отхожу от меликов просто. Палы окните, у кого аура стоит. Смотрим. Хилю в закат, убиваешь шамана. То есть он забегает в твое освещение, умирает. Это не потому, что ты плохой там, или вообще жить тебе не надо, а потому, что просто надо вот за 10 секунд нажимаешь, и больше не нажимаешь. МК проходит, и потом нажимаешь. Сань, знаешь что? Надо, чтобы я на трэше был, а не на боссе. Я на боссе агро срываю, и он мне 40 тысяч въебал дает. Давай на трэше. Давай вообще легко. А так, и мне Мишка нужен. Мишка, мужик. Вот здесь. Ты... агришь, допустим, вот так вот. Вот этого центрального. И не надо туда бежать никуда вообще. Ты танчишь их вот где стоишь. То есть ты ждешь, пока они сюда сами подойдут. Вот в дальнего ты, левого, допустим, дашь мангл. Ну, вот это вот, волшебный огонь свой. А вот этих двоих ты забираешь. И ставишь сюда. Мы их успеваем убить. У нас остается время еще босса побить. Ну, объясняю. Я агрил право, а левый всегда убегал куда-то в рейд. Левого я забираю. Я в него даю чарш и подвожу к тебе уже. Окей. И с того края ты центрального вообще не трогаешь. Центрального мелики сразу заезжают, мелики. То есть Анфро, я, Паладин, мы сразу заезжаем вот сюда вот. Прям я даю чарш, мы его прям разбираем вот здесь вот. Этих ты двоих забираешь и отводишь вот сюда, допустим, и стоишь спиной вот сюда вот. Чтобы мобы стояли к нам спиной. Мы разворачиваемся и добиваем, и бежим бить босса. Вот тут в мелочах как бы, но надо постоянно что-то делать. Кто ауру от тьмы убрал? Что за наркомания? Положи обратно, пожалуйста. Спасибо. Это... у нас один рейд-лидер есть, которому надо написать в ПМ, чтобы он бафнул нас. Только никому. Я, блядь. Он там... это... раньше, короче, секс по телефону была, это вот такой вот онлайн, как бы. Мы слышим, онлайн как ты секс? Печатаешь, не прячься. Саша, онлайн секс, это последние два часа мы траим эту хуйню. Ну, это с нами секс, как бы. Не у нас, как бы. У меня деньги не кончились, у меня осталось всего 9 свечек. Нас не волнует твой геморрой, ты бафай нас и поехали уже. А, вот стоял уже, поехали. Вон Джипса поставили. Да похуй, все, поехали. Купи свечку. Не надо ничего, блядь, заебали. Он вот. Сериал дал целых 100 штук, блядь, заеби, все. Давай, что только по отчету пульти, у нас пацаны тут и припоты пьют. ДБМ, нахуй пул, блядь, нахуй 5. Я вот скажу, когда пулить надо. Ждем, пока не пулим. Пулим! Спасибо. Я первого завалю, просто нам пул отдал, ушел босса бить. Ушел босса бить. Контроль Морхана, пожалуйста. Морхан, давай вилки. Помучил уже. Служу, убегаем. 5 секунд. Все, на пул и обратно. Контроль 10. Тут БШ уже сам поймет, кого надо убить. Контроль. Станк тут кастует. Сос огнестойкий. Масс полдать. Бабола мне. Меня паладин своей печати долбит. У меня тоже без оружия. Я встань, меня сейчас убьют. Похильте, пожалуйста, вот прямо сейчас. Спасибо. Я масс диспел нахуй ебашу. Бабы 2 секунды. Служил, убеги. Контроль 10. Контроль.
У нас переродился. Смелики обратно. Анфрой, бля. Мелики, мы... Сзади щитом стоит. Роге нужна помощь. 4 секунды мобы. Мешка на место. 10 секунд контроль. Все, Роге, не нужна помощь. Стоп по боссу полный. Контроль. По боссу остановитесь. И убейте мириков. Мирики, мама. Можно было? Духи. Где два духа на лестнице? Контроль. Паладин, дай массив сейчас. Раньше набрали, пацаны. Духи, 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 побежали, побежали. Не стоим, не смотрим. Духи, слева. Мобы. Контроль через 10. А у Ешки стопнули? Духи, духи, сова. Еще кому-то. Холипал. Холипал, побежал направо. Да я же тебе говорю, побежал. Ты что, глухой, что ли? Контроль. Табу срочно. Вижу, как я тебе скипнул. Контроль, блин. Сову, Аризельду, квадратик за боссом. Контролем. Духи. Денчик, дай Т4 прямо сейчас. Около Меликова два духа отбежали. Контроль через 10. Spirits. Духи в центре. Контроль. Я без пушки. Не бейте, нормально, пацаны. Не убейте, нормально, пожалуйста, нашего хила, блядь. Сапфирион, ты дашь следующий массейв. На духах, на следующих. Вот так же скажите. Давай, давай, сейчас, 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 сейчас. Spirits. Духи, духи, духи. Spirits. Контроль через 4. Мах, ты, тарканолог, блин. Смотрим за духами. Spirits. Блять, я все равно коплю ебучий огром. Контроль, огнестойкий, его не убейте. Убейте паладина. Он сам нас сейчас убьет. Так вы выбегите, нахуй я говорю контроль-то? Огнестойкий, выйдешь, по команде МС дашь. Духи, 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 побежали. Духи в центре. Огнестойкий, Эма, Эма, Эма. На кого он бежит, блядь? На мистера Кража, мистер Кринж, алло, блядь, глыба, вся хуйня. Нет, не он. Духи, лужа, контроль через 4. Гимошку не уроните. А мобов там можно бить еще, не, ребят? На лесенке, на лесенке. Контроль. Мобов помогите. Лов прохил. Бэр быстро сразу приста. Дерзко. Так что, надо огонь... Ладно, не надо огнестойку выбейлить. Иннер дайте, дайте. У меня дух есть мой. Мили зоне. Мили бегут. Убежали, убежали. Ады. Контроль через 8. Spirits. Выведи службу. Контроль. Давайте по огнестойкому. Нет, нет, нет. Контроль. Духи, 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 около Салина. Убейте без тососа.
Цепирен не убейте. О, чумовой дай, если есть. Бэр. Духи, духи, не поймайте сейчас. Духи, 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 духи. Т4 открыть. 10 секунд на инрование. Давай сейчас, сейчас Т4 давай. Духи. Ады. Опять тебя убил, что ли? Да я заебался, я даже не я их ловлю, блядь. Не ты поймал, арканолог поймал. Меня 3 раза нахуй убили. На лесенке кто-то стоите. Хильте без Вани. Spirits. Лужу выведи. Сколько у босса? 15%. 7,5 миллиона. Так, Мишка, ты сейчас забираешь и кайтишь мобов просто. Мы все боссы. Ну только этих надо добить, а то... Аккуратно, да, на лестнике, Сафирон, есть масс-сейв? Если есть, давай массакру. Нет, нет, нет. 10 секунд. Духов не ловим. На полу нактаса, у меня 5 стаков. Просто босса доливайте. Духи, духи, духи. Справа от босса, справа от босса. Не лови. Хильте как не в себя. Все сдавайте. Сейвы там, масс, это, кожу там какую-нибудь, чуть-чуть. Духи слева и справа. Ебать. Ну-ка, цепса. Не, ну это, блядь, это нахуй... О, поздравлям вам, мужики. Ну, лук мне отдает, получается, и все. Бля, если честно, я заебался. Я просто не нажимаю половину кнопок. Я срываю агро, меня шотает постоянно. Резните меня, пожалуйста. А мы потому что с трубопроводом, под этим, под стаками. Огнестойкий, там надо напуливать постоянно на танка и должен анонсить все танк. Я не могу анонсить, не, я не я, танк, я, мне сложно. Я понимаю, просто этот, я для себя говорю, то, что этот, я умираю из-за этого. А что за расколотый основа? Это как ШМ, только для пристов и шама. Уважаемые РДДшники. Давай все, сейчас вот пойдем корабли закроем и... Давай, у нас вообще, по идее, это закончилось. У нас полчаса еще есть. Сейчас мы корабли Сауруфа убиваем, а потом делайте, что хотите. Давайте перекур сделаем, ебай. Какой перекур? Завтра ну, пока заходишь. Вы ролите, я сбегаю 2 минуты. Я просто уже не могу. Ну, это нечестно, я так считаю. Че? Должен выиграть я, че? Бля, может, она... Ладно. Саня старался. Саня заранее не продумал, чтобы насыпать этому крови минус кролу, да? Да, что-то я тупанул, короче. Это было на боссе за каждого. Он шаг вправо сделал, минус...